Право от меня стоит Дамир Смагулов, который в сегодняшнем бою не оставил шансов своего оппонента. Дамир, поздравляем тебя с победой. Спасибо. Дамир, первый вопрос такой, которому ты посвятил свое послематчевое интервью. До боя до тебя дрался Артем Дымковский, и ринг-анонсер уже сказал, что он следующий претендент на пояс. Получается, тебя уже в третий раз прокатывают с претендентством. Можешь как-то прокомментировать эту ситуацию? Я не знаю, с чем это связано, не знаю, сколько им еще нужно побед. Я готов подраться с Артемом Дымковским, я готов со всеми драться. Артем уже дрался за пояс. Я его уважаю как соперника, я его уважаю как человека, но я за спорт. Я в этих политических делах не особо. Я пришел сюда, чтобы выигрывать, чтобы доказывать, что я лучший. И лучшим для меня подарком был бы этот чемпионский пояс. Если будет так, я спущусь на весовую категорию ниже и буду драться там, а там как по воле Всевышнего. Потому что с кем мне драться в легком весе? Остался Артем Дымковский, но если объявили, что он дерется за пояс, тогда я не знаю. Если честно, я сейчас очень расстроен этими словами, но все хорошо, мы идем дальше, а там все по воле Всевышнего. Но это сказал ринг-анонсер, поэтому мы не знаем, какое решение примет сама организация. А вообще, по поводу снижения весовой категории, ты выглядишь не очень большим для 70 килограмм. Вообще, это не думал спуститься? Я гоняю всего 5 килограмм. 5 килограмм, в принципе, у меня хорошая команда, очень умные, толковые тренера, врачи, поэтому, в принципе, я думаю, что с легкостью спущусь на легкий вес. На полулегкий вес, на 65,8, и буду драться там, и плюс, я думаю, что у меня будут там параметры намного больше, чем у других. Mm-hmm. Поэтому есть такие мысли. Дамир, что касаемо боя, ты достаточно уверенно его закончил, все без травм обошлось? При подготовке были небольшие травмы, сломал палец большой на левой ноге, и он уже на первой минуте дал о себе знать, поэтому сейчас даже он у меня болит, но я даже внимания на это не обращал. Мы понимаем, какой это был риск, вся моя команда, мы все понимаем, какой это был риск, поэтому я должен действовать, был без ошибки. Я мог закатить бой, я мог бы драться в стойке, для меня не было этой проблемы, но здесь надо было грамотно сработать, и главное было для меня выиграть надежно, уверенно, без шансов для соперника. Дамир, ну и напоследок скажи пару слов ребятам, которые за тебя топят и болеют. Я передаю всем привет, всем тем, кто за меня болеет. Спасибо большое. Знаете, ваша поддержка, это очень чувствуется. Даже в социальных сетях это чувствуется. По звонкам, потом по тому, как пишут, звонят. Поэтому я этому очень рад. И когда я выхожу в ринг, я знаю, за что я дерусь. И знаю, что меня любят, что меня ждут. Неважно, проиграю я или выиграю. У меня есть болельщики, есть те люди, которые за меня болеют, и поэтому я им благодарен. Это все для них. Приходите, смотрите, поддерживайте своих бойцов. И этот вид спорта, мы выведем его на уровень. Дамир, спасибо большое и ждем твоего титульного боя.